Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас очень интересный заказ Faberlic по восьмому каталогу еще. Здесь есть новинки девятого. Давайте скорее открывать. Начнем с вами с тарелок. Смотрите, их целых три штуки. Они были в категории то ли остатки сладкие, то ли какая-то распродажа. Я взяла три. Это тарелка суповая. У меня из этой коллекции посуды уже есть тарелки. Мне очень они нравятся, поэтому за такую цену 200 с чем-то рублей решила взять. Приходят они в коробочках. Артикул 910-069. Показываю вам всю информацию, как бы состав и так далее. Давайте открывать и смотреть, как она выглядит, эта тарелочка. В коробке она еще упакована в пупырку, чтобы не разбилась для транспортировки, при транспортировке, да? И она называется тарелкой для супа. Вот здесь у нас с вами Faberlic Home. И вот так она выглядит. Эта коллекция посуды вот такой вот с ребристыми вот этими такими штучками. У меня есть самые глубокие тарелки из этой серии. Они у меня прям две в ходу. Я их очень люблю, обожаю, поэтому решила повторить. Ну что хочу сказать. Допустим, мужчине для супа будет маловато. Потому что сюда, ну, прям буквально один половник влезет. Но вот салатики какие-нибудь на Новый год, на праздники. И вообще очень будет красиво. Глубина ее, смотрите, не очень большая на самом деле. Но я думаю, много влезет. Вот под второе, мне кажется, больше такая тарелка подходит, нежели чем под суп. У нас любят суп есть из глубоких тарелок. Но в целом мне понравилось. Мне эта коллекция вообще очень нравится. Она эстетичная, красивая, минималистичная, поэтому да. Так, дальше что взяла? Взяла, повторила кондиционер. Сейчас стирки много, и вот этот кондиционер, он мне прям вот сейчас ближе всего по душе, девчонки. Это Sensitive ультракондиционер, бальзам для белья. 0+, то есть деткам с рождения можно с ним стирать. И артикул 118-56. Чем он хорош? Он хорош тем, что у него одушка очень приятная, достаточно деликатная, не ярко выраженная, допустим, как у Органа, у Пиона и так далее. Она, знаете, такая зеленушечка, цветочки, очень нежная, очень приятная. Вот мало кто его не любит, вообще не знаю того, кто его не любит по одушке именно, да? Она и в нос не бьет, но тем не менее она есть, и она приятная. И он делает белье самым мягким, Sensitive. Вот самым мягким из всех кондиционеров Faberlic. Едем дальше. Взяла пачку порошка. Опять же, потому что сейчас безумное количество стирок, каждый день практически домой приходим грязные, гуляем много. Горная свежесть, один из моих любимых, горная свежесть и альпийские луга, артикул, девчонки, 323, вот он. Сделано в Германии, до сих пор пишут, не знаю, насколько правда, но порошки гипоаллергенные, отстирывают прекрасно, приравнивается к пачке 3 килограмма. Астматикам, аллергикам и деткам с рождения тоже этот порошок подходит. Он изумительный, поэтому аналогов его пока нет, не нашла и искать даже не хочу. Так, девчонки, заказала крем с аргининым, универсальный крем с аргининым из вот этой нашей серии Эксперт Фарма, аптечка. Все есть, а вот аргинин закончился. Средство классное, 12,79. Почему люблю именно его? Ушибы какие-то, синяки, а сейчас их просто море. Крестюшки даже в 2 года. Вот укус комариной помазать работает. Вот на всем на этом работает. Поэтому, да, восстанавливает, улучшает защитную реакцию кожи, еще написано. В общем, у него очень много применений. Аргинин, на самом деле, он много от чего помогает. Здесь еще есть листья подорожников, плоды каштана, ножки, чтобы немножко тяжесть снять. Поэтому вещь классная и на лето вообще просто необходимая. Так, дальше. Вот у нас с вами новинка, которая появилась в новинках. В девятом каталоге уже доступна к заказу. Это расческа. По сути, в принципе, это практически скелетная расческа, просто другого цвета. Артикул 910-435. Информацию вам показываю. Можно нажать на паузу, почитать. Давайте открывать. Она мне, в принципе, не нужна, потому что у меня есть скелетная расческа Faberlic коричневая. Но не обозреть с вами не могу. Вот так это все дело выглядит. Вроде и скелетная, а вроде и не скелетная. И смотрите, здесь она не просто сиреневая, она здесь коричневыми вкраплениями и золотистыми. То есть под золото вот они переливаются. При определенном ракурсе они переливаются. То есть это не чистый такой сиреневый цвет. На кончиках есть вот такие штучки массажные, которые не должны драть голову. Сейчас попробую расчесаться за кадром. Ну, неплохо. И расчесываться ей можно, в принципе, и укладку с ней тоже можно делать. Размер позволяет. Скелетная расческа Faberlic, она немножко побольше. Мне кажется, она пошире еще. Вот мне со скелетной расческой Faberlic делать укладку совсем неудобно. Я люблю, чтобы она была немножко поуже, чтобы прикорневой объем создавать и так далее. Вот это вот она поуже, мне кажется. Ну, прикольно. Расчесочка красивая, пригодится, скажем так. Да? Так, дальше поехали. Повторила, девчонки, маску одну пока взяла, потом еще в девятом каталоге наберу, буду делать заказ. Больше всего мне понравилось именно кофе латте.
потому что подгоняет отеки, подтягивает какая-то после нее упругость, матовость и блюрит кожу. Вот она прям бархатная на ощупь. Мне вот эта маска понравилась больше всего. Как использовала, уже показывала. На два раза делю, мне хватает на два раза. 0,643 артикул. Цена вопроса нормальная вообще, поэтому пробуйте все, пишите, какие вам понравились больше всего. Так, два бада у меня здесь в заказе. Первый — это Energy Boom, потому что сейчас вот летом иногда требуется дополнительная энергия, которую можно почерпнуть именно вот из этого бада. Артикул 157,27. Мне хватает одной штучки с утра после завтрака, и все. Погнала делать дела быстро, оперативно, и энергии достаточно. Так, сейчас сфокусируется. Смотрите, показываю вам состав. Здесь у нас кофеин, здесь у нас гуарана. То есть энергетик, такой природный энергетик. А то, что учащается сердцебиение, не заметила, не могу сказать по этому поводу ничего плохого. Здесь по 3 порции в день нам рекомендуют употреблять, но по 3 порции в день — это прям очень много для меня. Если 3 порции в день употребить, то вообще, я не знаю, переделать можно не только все свои дела, но и у соседей. Так, дальше. Вот такой интересный бад заказала, почитала и решила, что мне нужно. Что-то фокус сегодня вообще не хочет фокусироваться сам по себе. Вот не хочет и все. Ну-ка, прекращай. Так, вот, захотел. Это женский бад, и он рекомендован в период менопаузы. Мне еще до нее, я надеюсь, очень далеко, но почитала и решила, что лучше попить сейчас. Смотрите, это у нас с вами поддержка эндокринной системы женщины. Это нужно всегда, я думаю, не только в период менопаузы. Здесь есть противопоказания, индивидуальная непереносимость. Сейчас мы сфокусируемся, девчонки. Компонентов БАД — беременность и кормление грудью и возраст до 18 лет. Показываю вам состав, кому интересно. Так. И информацию сейчас с вами почитаем. Вообще интересно, я читала, читала, выбирала, мне какой-то хотелось именно вот для поддержки женского здоровья, решила остановиться на этом. Взрослым по 2 капсулы один раз в день во время еды. Ну, во время завтрака можно, во время обеда, я думаю, не суть важно. А длительность приема 1 месяц, то есть банку пропиваем, и я думаю, в течение года. Я думаю, перерыв минимум полгода надо делать. Здесь 60 капсул. Они, в принципе, все БАДы Фаберлик, вот эти молекулярные, внутри выглядят одинаково. Этот, кстати, запечатанный был пленочкой. Приходит тоже по-разному. Где-то здесь есть фольга, где-то фольги нет. В общем, они такие вот коричневенькие. Буду пить. Буду пить, и все будет хорошо. Главное быть уверенной, да? Так, дальше заказала пасту вот такую Ксюшке 6+. Надо Крестюшке еще заказать 3+. В принципе, уже нормально. Она там такая не сильно мятная. Но вообще фокус. Не покидай нас. 6+, вот это апельсинчик. Вкусная, классная. И здесь много мяты. 28,85. Если ваши детки не любят мятную пасту, то эта история не ваша совсем. И Ума 1+, подмывашечку, люблю ее, она мне нравится, во всем устраивает, именно как подмывашка. 27,92 артикул, гипоаллергенная серия, классная, суперская, все отлично. Дальше поехали. Так, первый продукт в пакетике, это кетчуп, опять он там у нас в остатке сладкий, но продают его прям не по остаточной цене, а по его обычной, 125 рублей со скидкой консультанта. Можно было и дешевле уже отдавать. Кстати, срок годности 9 месяцев, и я сейчас найду, девчонки, найду вам и скажу дату. Так... 29.03.23, 29.12.23. То есть получается до декабря этого года. Давайте уже распродавайте его подешевле. Я прям наберу. У меня все его любят. Из помидоров черри. Он сладенький, такой вкусненький. Прям вот люблю-люблю. Любовная любовь. Так, дальше. Дальше одежда, девчонки, футболка. Наконец-то я ее урвала. Не было их на складе. Футболка с контрастной отделкой. Артикул 86-28-95 в размере XXL. Вообще размеров очень мало. Я долго думала, какую мне взять, с бирюзой или беж. Все-таки выбрала беж. И сейчас мы с вами ее распакуем. И, конечно, я примерю. Посмотрим. Белая футболочка летом — это вообще всегда классно. Так, вот как она выглядит, вот как сделана горловина, и не совсем под горло, я надеюсь. Рекомендации по стирке: 92 хлопок, 8 эластан. А машинки написано, типа нельзя стирать, но мы, конечно же, будем, потому что в машинке есть деликатная стирка. Так, здесь все отлично. Рукавчик тоже неплохо сделан. А низ у нас с вами просто беленький подшит. Вот, по размеру. Сейчас сразу я вам скажу свои приблизительные параметры. Сейчас где-то 113. 91, 115. Вот так где-то приблизительно, чтобы вы ориентировались. Давно не замерялась, но в среднем где-то так. Так, все, сейчас померю, покажу. Слушайте, ну классно.
классно. Я, конечно, люблю горловины побольше, на самом деле. Вот прям Фаберлик, они какие-то все в женских футболках, мужские, и прям вот под горло. Не очень мне нравится, на самом деле, но здесь более-менее. Что понравилось девчонке? Она прям практически в облепон по рукаву понравилась. Длина рукава, то есть он недостатки скрывает, у него она такая хорошая длина рукава, все отлично. Облегает. Облегает, но под грудью так вот свободненько, и на талии тоже свободненько, в бедрах вот, ну, нормально. Длина до середины попы где-то. В целом она приятная, но такое ощущение, что это синтетика, она безумно тянется. Видите? То есть написано 8% эластан, такое ощущение, что вот здесь 80. Мне кажется, в ней вот в жару будет жарковато. Это мое такое ощущение по плотности и так далее. Может, просто хлопок такой плотный, но прям ощущение, что это синтетика и эластан. Прям в нем я стою дома, сейчас у нас жарко, на улице 27 градусов, мне прям уже в ней жарко. Посмотрим, буду ходить, тогда расскажу. Она тянется, тянется, прям вообще вот тянется. Прям можно на 60-й размер натянуть, но единственное, что это будет некрасиво, все-таки должно немножко быть свободненько. Поэтому так в целом, вот жарко, видите, мне уже в этой футболке жарко. А так в целом красивая, красивая, хорошенькая. И рукавом я довольна, и длиной футболки довольна. Нормально. Ну, на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Пишите, что из новиночек вы уже попробовали, что вам понравилось. А ссылка для регистрации консультанта всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, буду вам помогать. Всех люблю, целую, всем пока-пока.